Здравствуйте, зовут меня Юрий, и сейчас будем готовить вкусняшку в афганском казане. Вот такой вот казанчик. Для начала мы на дно казана нальем немножко подсолнечного масла. Вот так. Потом укладываем прям ровненько все дно листьями пекинской капусты равномерно. Вот и на пекинскую капусту сверху кладем прям целиком курочку. Вот такую. Нет, курочку надо на грудь положить. Вот так. И сейчас закладываем это все овощами. Вот так по кругу кидаем целенькую картошечку. Даем лук вот так же целиком. Вот. Дальше режем болгарский перец, дайкон и айва. Перец режем вот так же крупно. Закладываем. Две перчины порезаем. Вот так. Дайкон вот так вот кубиками. Айву такими же кубиками. И айву тоже вот такими кубиками. Тоже все это сюда выкладываем. Даже добавляем баклажан вот такими вот кубиками. Тоже выкладываем. Также крупно режем морковку, и вот у меня остался корень петрушки. Вот, вот это вот все, морковочку выбрасываем сюда. Далее добавляем вот такие крупно порезанные помидоры, прям на 4 части. Все это выкладываем сюда. Сейчас еще чеснок зубчиками. Вот так. Вот такая красотища там. Солим, специи, чеснок. Заливаем где-то, ну, водички, чтобы не все было покрыто. Ну, так, чуть-чуть. Посмотрим, литр, может, два. И ставим готовить. Ну, вот, все это закидали. Добавляем лавровый лист, 3 штучки. Вот. Где-то 6 зубчиков чеснока, тоже целиком. Так, вот такие вот специи. Сухая аджика мне очень нравится. Так, так. Где-то столовая ложка, наверное. Черный перец. Можно горошком и соль. Это не крупно поварено, ну где-то, не знаю, вот так вот. И еще сюда чуть-чуть имбиря я добавлю, прям совсем чуть-чуть для аромата, наверное, вот столько. Тоже добавляем сюда. Сейчас заливаем где-то литр воды. Водички так налили, ну, литр. То есть, если все прижать, то она начинает выступать. То есть, тут как раз мне достаточно будет, я думаю. Можно еще чуть подлить. Еще пол-литра, может, налить. И все, и закрываем. Вот, закрываем. Все это крышечки затянули, все, клапана стоят, пусть стоит. Как только клапан сработает, сделаем минимальный огонь. И, ну
что клапан зашипел потихоньку, сбрасывай давление, уменьшили огонь до минимума и таймим час. Клапан шипит, уменьшили огонь до минимума, готовим 20 минут, потом огонь выключаем, еще ждем минут 20, чтобы постояло, стравливаем, ну дальше сниму, увидеть. 20 минут прошло, выключаем газ и оставляем еще на 20 минут доходить. Постояло 20 минут. Сейчас спустили давление уже, само вышло, в принципе, давление. Вот. И будем открывать. Вот такой вид, аромат мяса. Мягенькое, все сварилось. Водички много, надо меньше водички наливать. Будем пробовать. Вот овощи хорошенько сварились. Я достал овощи отдельно. Курочку положил отдельно, тоже вся прям разваливает. На вычерпал бульон. Так и подаем. Отдельно овощи, все это чуть-чуть положили. Все очень наваристо, но воды надо будет меньше наливать, потому что овощи, курица дала воды и получилось прям много. То есть где-то на пол-литра надо будет воды вместо литра. Так, наваристо, ну и быстро относительно. Бульон очень насыщенный. Приятного аппетита, спасибо. В общем, обалденный бульон. Три добавки, как с куста. Вообще прям заходит только в путь.